вообще неудобно. Ой-ой-ой, я не могу дышать. Ребята, у нас так соседи смотрят. Мы будем прыгать на батуте. Ой, у меня такие отпечатки. Всем привет! Я Маргарита. Я Ксюша. И вы снова на нашем канале Сестрички Лайф. И сегодня мы собираемся поехать на море. Ура! Да, ребята, это шутка. Мы никуда не собираемся, никакое море. Это значит, что этот челлендж называется 24 часа в ластах и в маске. А пока мы их будем надевать, вы подписывайтесь на наш канал. Обязательно ставьте лайк. И на наш инстаграм лайки. И на влоговый канал. Все ссылочки в описании. И давайте посмотрим, что у нас здесь есть. У нас есть вот такие вот ласты. У меня розовые, а у меня зеленые. Так, здесь есть вот такая вот трубка. И, конечно же, очки. Один мы уже надели. Да, они немножечко не наши размеры. Но тут можно регулировать размер. Как это неудобно. Я буду надевать маску. Масочка очень удобная и мягкая, смотрите. Она всегда же из резины сделана. Не знаю, если будет удобно с ней ходить целый день. Как мы кушать будем? Ну, нам же не нужен нос, чтобы кушать. Я маску надели. А нужно обязательно трубку надевать. Целый день нужно дышать ртом. Ребят, знаете, что еще неудобно? Маска потеет. Ну что, мы поплыли. А наш челлендж начинается. Мы попробуем поиграть в футбол с Бонькой. В них невозможно бегать просто. Как невозможно? Фу. Можно, а ты что? Мне маску потерять. Ребята, не пробуйте это. Это вообще неудобно. Мы сейчас будем играть в догонялки. Камень-ножницы. Два. Три. 4, 5. Теперь я догоняю. 4, 5. Все, ребят, мы устали, мы сейчас будем отдыхать. Я же сюда. Очень быстро устаешь. А я всегда падаю. Ласта не всегда вот так вот. Ну что, ребята, у меня здесь готовится завтрак. Блинчики с шоколадом. Мне нужна тарелочка и полотенчик. Если честно, ноги очень быстро устают. Так, достаем. То есть сначала выключаем. Горячо. Блинчики готовы. Кушать мы будем на улице. Блинчик упал. Ой. Ну ничего, подуем на него. Все нормально. Все. Я иду кушать. Так, что нам тут приготовить? Блинчики я уже начала кушать. О, шоколад такие горячие. Не очень кушать с закрытым носом. Это очень неудобно. А Бонька тоже хочет. Когда глотаешь, ты думаешь, блин, ты сейчас умрешь, блин. Падает. Бонька всем непривычно. Неудобно кушать. Ой-ой-ой, я не могу дышать. Ой, вот так вот. Я хочу себе налить молочка. Попробуем сейчас попить в маске. Ну и что, так нормально. Ведь можно. Я решила поиграть в Fortnite. Что у нас здесь обед?
будем кушать. Вкусно. Уже от этой маски лицо болит. Блин, даже нормально кушать нельзя. В общем, ребят, мы решили, когда мы будем кушать, мы будем одевать маску на лоб, потому что это очень неудобно кушать. Мы не будем ее совсем снимать, просто ставим на лоб. И еще очень жарко. Давай сюда. Первого раза не получилось. Ты пешмарка. Давай дальше. Получилось очень смешно. Я хочу попробовать сделать колесо. Дай принять. Ребята, у нас так соседи смотрят. Они думают, мы вообще ку-ку. Ой. Я решила попробовать покататься на велосипеде. Да, получится или нет? Это неудобно. Все, не хочу больше. Нет, велики ласты, это и совместимо. Ребят, у нас перекус. Арбузик. Да. Сейчас будем кушать арбуз в маске. Вот он наш арбузик. Что? Вкусно. Как же хочешь пуха. А сейчас мы хотим попробовать покататься на лонгборде. Немножко страшно, не знаю, если получится или нет. Это вообще не сложно. Это очень сложно. Сейчас я попробую сидя. Лучше сидя. Потом... Поехали. И вы на все... Я не вижу ничего. Я ничего не вижу, у меня маска вспотела. Бонька, берегись! Маска постоянно потеет. Ребят, мы придумали что-то новое. Мы будем прыгать на батуте. Карсон. Это оказывается удобно. И мы побежим на перегонки до конца. Подожди, я сейчас сниму. Ксюша первая добежала. Мне уже больно. Все, я больше не буду бегать. Я отдыхаю. И ножки устали. Это просто... Очень сильно больно. Ну да? Нам уже пора собираться спать. Поэтому мы сейчас будем чистить зубы в масках. Такое мы точно никогда не делали. Ну, думаю, мы справимся. Ну что, начинаем. Спать придется тоже в масках. У меня уже отпечатки смотрятся. Я ее немножко помыла. Готова. Теперь мы идем в кровать. Придется спать в ластах. Попьем водичку перед сном. Очки я надену на лоб. Так прикольно ласты торчат. Кто я буду спать так? Так удобно. Я очень устала ходить целый день в ластах. Это, ребят, очень непростой челлендж. Ну, пришло время отдыхать. Смотрите, как они светятся. Давай какую-то синюю включим. Ну и также не смогу надеть пижаму, потому что ласты сильно большие. Я тоже надену очки на лоб. Так, подготовлю кроватку. Ой, у меня такие отпечатки. Так, все, ребят, я готова. Так, встанем. Надеюсь, у меня маска не упадет, когда я буду спать. Ну что, ребят, надеемся, вам понравилось это видео.
Мы очень старались, это было очень сложно. Обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. И не забывайте подписываться на наш влоговый канал, на наш ТикТок, на наши лайки и Инстаграм. Все ссылки в описании. Пока!